А вот как вы считаете, стрип-бар, это хорошо или плохо? Ну да, если человеку хочется пойти и отдохнуть душой, глазами, почему бы нет? Ходить в стриптиз-бар или не ходить, это выбор каждого. Я не вижу какого-то криминала, если люди, имеющие на это право, так скажем, пользуются этими благами цивилизации. Это разговор впустую, я имею в виду разговор о нравственности, об отсутствии нравственности. У нас ее просто нет. Грех, он заразен, и растут дети, которые будут к этому спокойно относиться. Это ужасно. Надо ли официально узаконить проституцию? Я считаю, что абсолютно. Мы потеряли нравственные основы, мы потеряли нравственные обычаи, которые у нас существовали. Я против легализации проституции. Много об этом говорят, но я считаю, что нравственность еще никто не отменял. Россия – православное государство, и, конечно, безнравственность и проявление таких понятий, как проституция, у нас никогда не будет приемлемо. Наркотики и какие-то другие ранние беременности в школах. Вот. Это, конечно, отвратительно, это неправильно. Я считаю, только вера, только православие может сделать страну богатой и процветающей. Нравственность народа необходимо защищать, и неважно, кто стоит на ее защите.